Во Владивостоке фестиваль финансовой грамотности объединил почти 300 педагогов и школьников Приморского края. Финансовая грамотность – это не только знание, это еще и культура. И хочется отметить, что в нашем крае мы уделяем огромное внимание развитию этого направления финансовой грамотности. Мы очень плотно работаем с Центральным банком Российской Федерации и проводим очень много крупномасштабных мероприятий. В торжественной обстановке вручили награды призерам Всероссийского КЕС-чемпионата по экономике и предпринимательству, а также победителям регионального этапа Всероссийского конкурса эссе «День рубля» и призерам регионального конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Уроки финансовой грамотности». После официальной части участников фестиваля ждали концертные номера творческих коллективов Приморья. Отметим, в крае ведется масштабная работа по повышению финансовой грамотности населения. Уже начал работать и чат-бот, где желающие могут рассказать об известных им случаях финансового мошенничества. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.